Друзья, всем привет! Меня зовут Трофимов Денис, и вы смотрите канал «Двигатель». Сегодня мы находимся на стоянке Caterpillar, и на этой самой стоянке находится бренд SEM. Многие подумают, что такое SEM и что такое Caterpillar, какая между ними связь. Друзья, а SEM – это и есть Caterpillar. Это бренд, который производится в Китае, бренд Caterpillar, который включает в себя все технологии старшего бренда, все разработки и конструктив. Друзья, вы на канале «Двигатель. Бизнес-реалити». И сегодня мы начинаем историю, в которой познакомим вас с двумя машинами фирмы SEM – автогрейдером и грунтовым катком. Начнем с габаритного автогрейдера SEM-917. Давай мы поищем признаки кат. А признаки себя не заставляют долго ждать. Смотрите, все стекла кат, друзья. Но для того, чтобы понять, как одни и те же комплектующие устанавливаются на машины разных брендов, нужно обратиться к истории. Завод Shandong Engineering Machinery основан в 1958 году. Более 60 лет здесь производят колесные погрузчики под маркой SEM. С 2008 года компания стала 100% дочерним предприятием Caterpillar, а SEM стал одним из брендов этой компании и продолжил выпуск техники под своим именем, получив доступ к поставщикам компонентов именитого бренда и производства системы системой качества компании Caterpillar, сохранив при этом доступную цену. Друзья, плачут небеса, как мы любим. Сегодня специально для вас я подготовил просто идеальную машину для меня. Я никогда еще не рассказывал про автогрейдеры, и именно сегодня решил рассказать вам про автогрейдер SEM-917. Машина, которая полностью в габарите, и вы уже знаете прекрасно, что я очень сильно заморачиваюсь по этому поводу и хочу собрать свой парк габаритной техники. Итак, друзья, у нас сегодня на обзоре SEM-917 автогрейдер в габарите. Масса машины с передним отвалом и кабиной, защищенной по стандартам ROPS-FOPS, 14,5 тонн. В высоту автогрейдер SEM-917 3 метра, в длину почти 10 метров, а в ширину всего 2,5 метра. 2,5 метра. То есть эту машину я могу перевозить даже... Ну, на нашем прицепе, наверное, нет, но в целом на трале можно перевозить ее куда хочешь. Это очень важный момент. Сейчас просто эра габаритной техники, потому что транспортные перевозки и вечные непонятки с разрешением, особенно в нашей стране, зачастую приводят к большим проблемам. То есть объект еще не начался, а технику уже арестовали. Да? Поэтому все больше и больше производители стали задумываться о том, чтобы насыщенные машины, не мини-технику, а именно технику для выполнения сложных задач. Я считаю, грейдер – это машина для сложных задач, делать в габарите. Это прям супер круто. Конечно же, многие могут подумать, ну в каком же он габарите, если у него такой большой передний, средний отвал. Некоторые его называют ножом. Но эта техника рассчитана таким образом, что отвал полностью выворачивается в габарит 2,5 метра. Здесь с этим нет никаких проблем. Первое, что бросается в глаза в передней части автогрейдера, это А-образная рама, рассчитана таким образом, чтобы облегчить конструкцию, не уступая в прочности. К А-образной раме прикреплен поворотный круг центрального отвала, но важно заметить, что инженеры рассчитали конструкцию таким образом, чтобы в случае, если центральным отвалом вы заденете какой-то камень или бордюр, чтобы не погнуть отвал и не сломать зубья механизма, здесь установлена специальная защитная муфта, муфта проскальзывания, которая не даст обломать зуб или погнуть отвал в случае, если такое произойдет. Поворотный круг крепится к тяговой раме стальными башмаками через фторопластовые пластины, которые позволяют нивелировать люфт, а также защищают от износа металл. При необходимости их довольно просто заменить и продлить жизнь механизмов. Дальше мы перемещаемся к семипозиционной седловидной раме. В зависимости от позиции, которую вы выбираете, он может... Давай сейчас пробегусь сразу. Центральное отверстие – это грейдирование горизонтальной поверхности. Финишное грейдирование, я его еще называю профилированием. Первое и второе отверстие от центра – это чистка оврагов. Крайнее отверстие – резко глубоких оврагов, резко высоких откосов, чистка глубоких оврагов. Также формирование или финишная обработка откосов. В зависимости от комплектации здесь может быть как механическая, так и гидравлическая система высвобождения, да, так скажем. Переместили, воткнули и дальше работаем.
Нужно сказать, что бывают машины с полным приводом и в том числе приводом на передние колеса. Но это уже более старшие 922 автогрейдер, который не является габаритным. В принципе, этот автогрейдер справляется со своими задачами за счет тандемной задней тележки с цепным приводом, друзья. Оно исключает дополнительный редуктор и, как заверяет производитель, цепь, которая расположена в ванной, полностью смачивается с маслом. Все подшипники, они смачиваются также маслом за счет разбрызгивания внутри этой ванночки, что продлевает срок службы этого механизма. Многие могут сказать, что цепь — это ненадежно, и, конечно же, она должна вытянуться, но это не так. Производитель уверяет, что цепь, которая служит в этом тандемном механизме, она работает на весь срок службы этой техники. И масло, которое здесь, конечно же, меняется, нужно менять всего раз в 2000 моточасов. Но еще я дальше пошел и спросил у отдела сервиса, а были ли случаи замены? Ну, вдруг такое бывает, да, что машина работает на более сложных, в более сложных условиях. И мне сказали, что на сегодняшний день не зарегистрировано ни одного случая замены цепи тандемной тележки по причине ее растяжения. Сегодня все мосты и тележки производятся самим «Катерпиллером». В мосту установлен самоблокирующийся дифференциал от американского бренда «Итон». Обслуживание этого узла производится раз в 2000 моточасов. Сердцем новых моделей автогрейдеров является дизельный двигатель от компании «Шанхай Дизель» или просто СДЭК серии 7H, объемом 6,5 литров. Данные двигатели оборудованы головкой блока цилиндров с четырьмя клапанами на каждый цилиндр, что позволяет более эффективно использовать топливо, а значит снизить его расход. Очень важно заметить, что привод вентилятора охлаждения гидравлический, чтобы снизить паразитные нагрузки на двигатель. Фильтр топливный, грубой тонкой очистки, находится в доступе. Также здесь у нас есть фильтр воздушный, он в доступе. Фильтр масляный находится с другой стороны и тоже в отличном доступе. То есть для того, чтобы провести ТО, инженеры, конструкторы позаботились даже об удобстве и сделали специальные ступенечки, чтобы можно было сюда вставать. А также ее можно убрать, смотри, хоп-хоп, чтобы не мешалось. Если тебе нужно пролезть, то здесь максимально все удобно, доступ просто идеальный. Сейчас мы закроем двигательный отсек, и здесь у нас в доступе сразу окошко уровня масла. Мы можем посмотреть, в каком состоянии гидравлика и ее объем. Здесь мы можем осмотреть, в каком состоянии у нас радиаторы находятся, их можно продуть. Важный момент, о котором я вам сказал, для исключения паразитной нагрузки здесь установлен гидропривод вентилятора охлаждения двигателя. Видите, вот гидравлика его раскручивает. С этой стороны у нас расположен oil фильтр, масляный фильтр, который также в доступе. То есть обслуживание этой машины просто. Здесь у нас включается клемма. И, в принципе, а что еще нужно? Передний отвал автогрейдера SM917 – это дополнительная опция, но помимо этого есть возможность установить и другое оборудование. Так же, как и передний отвал является комплектацией, задний рыхлитель тоже является комплектацией. Как мы видели в кабине, если он появляется, то там появляются еще рычажки для его управления. И еще один вариант комплектации – это длина среднего отвала. Он может быть 12 или 13 дюймов в зависимости от вашей потребности. Вы можете подумать, что колеса установлены неправильно, но это не так. Я специально задал вопрос инженерам компании SEM, и они сказали, что они установлены специально. Таким образом, именно такой компоновкой передних колес, не ведущих, увеличивается сцепление с дорогой. Поскольку за этой техникой работают люди, удобство и комфорт кабины зачастую влияют на производительность не меньше, чем технические характеристики. На первый взгляд, когда садишься в кабину, кажется, что у тебя недостаточная обзорность панели приборов. Но это не так, потому что эргономика этой кабины разработана таким образом, чтобы у вас не были руки на весу. Мы нажимаем педальку ногой и на себя пододвигаем рабочие органы, друзья. И я чувствую себя пианистом. Так, что у нас здесь? Педалька, она... Ух ты! Смотри-ка ты. Двигается полностью. Весь руль со всеми рычагами сразу. Кстати, нужно заметить, что конкретно этот автогрейдер не полной комплектации.
и у нас нету задних крюков, задних рыхлителей, так скажем, да? Они бывают 1, 3 и 5. Вот здесь вот у нас находятся заглушечки. И когда комплектация добавляется, задний крюк, задний рыхлитель, здесь добавляются еще рычажки. Мне немножко не хватает, может быть, это правильно, может быть, нет, вот куда-то повесить телефон. Ну, в принципе, любая липучка, и он у тебя есть. Но важно заметить, что здесь все сделано из металла, хорошего, добротного металла. Защиты водителя от механизатора, от опрокидывания и падения грузов. Но если упадет телефон, то здесь довольно аскетично. Но а что нужно еще для работы механизатора, чтобы ничего не отвлекало его от самого важного? Коробка здесь автомат с переключением под нагрузкой. Что это значит? Это значит, что мы можем увидеть здесь 3 передачи назад и 6 передач вперед. Значит, это то, что мы можем включить первую передачу. И дальше, по ходу, когда нам нужно будет переводить, мы переводим без сцепления. Педали сцепления здесь нет. Давайте заведем, посмотрим, что. Приятно видеть технику свеженькую, 88 километров. Знаешь, у меня ощущение, что он спереди стоит, двигатель, по звуку как-то. Ну да, сзади он, сзади стоит. Но вот, видимо, так резонирует стекло. Ну что, сейчас у нас начали работать накачка контуров. Сейчас он должен будет накачаться. И руль стал намного мягче. Прям чувствуется. Сигнал по центру не будем проверять людей. Пока на это не буду нажимать. Чуть позже мы коснемся гидравлики. Но нужно сказать, забегая вперед, что... Сейчас заглушу. Что, несмотря на то, что здесь установлен всего один аксиально-поршневой насос, он может выполнять параллельно 4 функции. И в кабине откровенно просторно. Я немножечко забегу вперед и расскажу, что мы еще полазили по Caterpillar'у, такому же, ну, более старшему классу Caterpillar грейдеры. И в кабине все выглядит совершенно одинаково. Единственное, что китайская версия более аскетичная, может быть, более простые материалы. Компоновка, вид и вот все составляющие, они идентичны практически. Пришло время перейти к климат-контролю. И в данной машине он представлен вот таким вот блоком, где мы можем выбрать скорость вентилятора 0, low, medium, high. И кондиционера, который, я так понимаю, что если он выключен, то дует горячий воздух. Если он включен, то дует холодный воздух. Особо хочу отметить вот эти диффузоры, которые расположены таким образом, чтобы максимально обдувать необходимые части окон и создавать комфортную температуру внутри салона. Как вы знаете, я всегда люблю покрутить какие-нибудь штучки. И вот сейчас я покрутил и обнаружил, что бачок умывайки находится в салоне. И, кстати говоря, это уже практически традиция. Неспроста я рассказываю вам про салон и про печку, потому что в этом Сэм есть за что поругать. По крайней мере, раньше можно было поругать Сэм, именно автогрейдеры, за то, что у них было в салоне недостаточно тепло. То есть для условий крайнего севера при низких температурах люди просто откровенно замерзали. Грейдер Сэм 922. Разговор был о чем в группе механизаторов, что не работает печка, она не обогревается. Печка не работала, не обогревала кабину. Мерз так, что вообще. А проблема была вот в чем. Это не была какая-то нерешаемая проблема. Проблема была именно в том, что вместе со шлангами гидравлическими шел и шланг подачи обратки теплоносителя на печку. И вот в местах сжатия на кронштейн они зажимались довольно плотно. Так как эти шланги были не армированы по отношению к гидравлическим, они пережимались. Пережималась либо обратка, либо подача. И в результате был маленький теплообмен с самой печкой. И в кабине было холодно. Так, есть еще один косяк. Друзья, мы не можем говорить только про все хорошее. Нужно рассказать и про косячки. Ведь вы любите, правильно? Согласитесь. Пойдемте, я вам еще один косяк покажу. Вы можете обнаружить, что на этом автогрейдере нету крыльев. Можно назвать их брызговиками, ну, в общем, крыльев нет. А проблема как раз-таки заключается в том, что эта габаритная машина,
становится не в габарите, когда на нее вешают вот эти крылья. Сейчас эту проблему решают, и уже новые машины идут с габаритными крыльями. Но в целом, вот все, что я вижу здесь на стоянке, стоят все автогрейдеры, неважно, Caterpillar это или Sam, они все стоят без крыльев. Возможно, их просто редко применяют. То есть это, наверное, больше в условиях какой-то большой жижи, где там больших скоростей, когда будет это раскидывать по всей кабине. Но в целом, на тех скоростях, на которых он работает, крылья не так важны, их можно снять, как и сделали представители Sam с этой машиной, и ждут новый комплект. Гидравлическая система автогрейдера SM917 с закрытым центром и обратной связью по нагрузке. Оснащена аксиально-поршневым насосом и распределителями с компенсаторами давления и потока. Благодаря этому оператор выполняет свою работу с ювелирной точностью и объединяет несколько разнонагруженных функций. Смотри, делаю сразу три рычага. Все работает. Слушай, пять рычагов сразу нажал. Вообще красавчик, просто гидравлика здесь отменнейшая. В общем, если освоить это, назову его пианино, то можно здесь быть легко маэстро и даже не уставать. То есть, смотрите, полностью локоть лежит на подлокотнике, руки, пальцы делают функции, нажимают функции. Коленям не мешая. Чуть-чуть, может быть, я бы поднял. Вот так вот. В принципе, вообще. Судя по тому, что я здесь попытался сразу 5 функций включить, и он их выполнял плавно, спасибо аксиально-поршневому насосу. Нужно заметить, что здесь можно дооснастить этот автогрейдер системой 3D-позиционирования, ну, для проведения нивелирных точных работ с применением систем GPS GLONASS. Так что немножечко денег, и вам нужно будет только контролировать рычаги, а он будет все делать сам. Приятно видеть, когда при сборке машины уделяется внимание к мелочам. И автогрейдер SM917 китайской сборки в этом моменте удивляет. Ну, вообще не пахнет Китаем, товарищи, вообще. То есть машина самостоятельная, она цельная. В местах крепления здесь крепится не на шланг, а именно на оплеточку. Вот оно, здесь крепление. Дальше идем сюда. Здесь, смотри, возможно перетирание, да? Их соединяют, и здесь оплеточку добавляют. Тоже отлично. Вот это место. Видишь? Здесь все на термоусадочку посажено. Хорошо? Отлично, я считаю. Вроде бы и мелочь, но как она важна. Когда ты едешь и работаешь с грунтом, подножка железная, она, конечно же, согнется. Здесь установлены резиновые ремни, которые держат нижнюю и вторую ступеньку. Но здесь в этом есть некий такой эффект неожиданности, то есть нужно только привыкнуть, но в целом это удобно. Что еще мне бросается в глаза? Спрятанные шланги. Они не торчат, не выпирают, и те шланги, которые идут транзитом, они аккуратно спрятаны в раму, вот таким вот защитным кожухом прикрыты, где написан логотип SAM и модель машины. Оптика от наших друзей, которая установлена здесь, диодная оптика, зарекомендовавшая себя, хорошего, отличного качества, которая светит действительно как днем. Ну, вот смотри, кстати говоря, тоже важный момент, вроде бы ерунда, но приятно. Вот стоит резиночка, да, которая прижимает, чтобы она не вибрировала. Говоря про эту машину, надо вспомнить ее конкурентов. Можно сравнить эту машину лишь с одним конкурентом, который производится на разных заводах, назовем это так. Это автогрейдер GS1402, который делается Арсеналом. Также он делается RM Terex. Какое принципиальное отличие, на мой взгляд, самое важное, что отличает его качественно, SAM отличает от GS1402? Компоновка почти такая же, но у GS1402 шарнирно-сочлененная рама, кабина находится на задней части. Поэтому, когда вы встаете в крабовый ход, то у вас будет кабина направлена в сторону немножечко, в отличие от развесовки правильной, которая есть у SAM. Кабина находится на передней полураме, и это позволяет контролировать лучше движение и органы управления машины. Вот теперь я понимаю, почему здесь установлена такая мягкая подножка, потому что, видите, он четко задевает колесом за подножку, когда делает
рамы движения. Друзья, вы справедливо можете заметить, такая машина, сколько стоит ее обслуживание, если это Caterpillar? На самом деле цифры для машин такого класса, можно сказать, смешные. Я буду читать с бумажечки, потому что мне сервисный отдел сейчас принес информацию. Стоимость запчастей, фильтров и масел ТО 250 часов 19 188 рублей. ТО 500 21 920 рублей. ТО 1000 37 940 рублей и ТО 2000 113 185 рублей. Сколько стоит SEM 917 автогрейдер? Диапазон цен от 119 до 125 тысяч долларов. SEM, как и Caterpillar, пользуется привилегиями Caterpillar Financial для финансирования лизинга. И ставки по лизингу в зависимости от региона немножко меняются. Поэтому, если у вас есть вопросы, обязательно пишите, вам ответят. Ты знаешь, мне нравится. Я еще очень вкусная цена. Вот я просто знаю Caterpillar, и мне он очень нравится. Я обожаю его. Но ценник, ну, блин, для начинающего предпринимателя это как бы сложновато. Одно из преимуществ техники SEM в том, что за ним стоит хорошо зарекомендовавший себя старший бренд. И делая свой выбор в сторону этой техники, вы получаете доступ к тем возможностям, что дает Caterpillar. Развитую дилерскую сеть, быстрый и качественный сервис и при этом хорошую цену. SEM – это бренд, сделанный в Китае с технологиями Caterpillar и существующей дилерской сетью, а также огромными складами запчастей. Друзья, этот грейдер настолько пользуется популярностью, что нам дали просто считанные часы для того, чтобы сделать на него обзор. И сейчас он уже уезжает к своему заказчику, потому что он продан. Главное, чтобы он здесь вот не вылезал. Вообще, тютелька в тютельку. Ну вот, друзья, на таком вот личном примере я вам показал, что он становится полностью габаритным. Друзья, это была первая машина компании SEM. В следующем выпуске мы расскажем про полноприводный грунтовый каток SEM 512. Сейчас будем проверять вибрацию как раз, как она работает. Но уже так потихонечку земля под ногами это поддрагивает. А на сегодня у нас все. До новых встреч, увидимся, пока!